планируете ли вы как-нибудь герметизировать устройство? Герметизировать мы не планируем, так как высота корабля большая. Погружается он не полностью, и нужная нам часть с винтом погружается полностью в воду, а за двигателем и самого компьютера вода не доходит. Как бы снизу открытой части нету, вот туда проникнуть ничего не может, именно до вот этого высоты хотя бы. Поэтому как бы ничего не может. Ну и второй вопрос на правой шире. Это планируется в разработке устройства исключительно для вновь создаваемых плавательных средств, или можно разработать систему для установки уже на существующие спасательные катера? Понятно, слишком сложно задаю вопрос. Но вот в данном случае у вас новая разработка абсолютно. Катер сделанный с нуля. Вы сделали. То же самое можно повторить на заводе. Но существует масса спасательных катеров, которые уже представлены на судах, спасательных там и яхт-клубах. Можно ли разработать устройство, которое бы позволило использовать его на существующих плавсредствах? Я думаю, то, что можно это сделать, но пока что мы это не планируем, так как мы сейчас хотим заняться именно этим кораблем, хотим улучшить его скорость и хотим поставить вот этот стикер и поворотную камеру. Хорошо, спасибо.